Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Будни риэлтора». Сейчас мы с вами находимся в городе Кудрово, района Кервиля, Каштановая аллея, Ленинградская, 3. Сейчас встречаюсь с клиентом, получаю необходимые справки, и мне нужно объяснить, как заказать свежую выписку. Что происходит сейчас? Мы с вами съездили в Горелово в понедельник. Сегодня я встретилась случайно со своей соседкой, она же клиентка у меня, Кудрова, Английская, 2, в аренду. Еще раз она у меня уточнила, как и что по документам. Она меняла у меня фамилию. В связи с браком в выписке стоит фамилия, соответственно, другая. Поэтому, как бы вам ни говорили, что при продаже, дальнейших каких-то действий не надо ничего страшного, мы всегда советуем своим клиентам менять информацию, да? Если у вас стоит сейчас в паспорте фамилия Иванова, а в документах вы собственник Петрова, то поменяйте, и вам стоит только прийти в МФЦ, подать заявление на смену информации выписки, да, в связи с сменой фамилии, и все, и у вас это все поменяют. Это делается быстро. Соответственно, вы потом получаете просто выписку свежую со своей новой фамилией, и все, проблем никаких. Я попросила, так как буду заниматься этой квартирой, я попросила... Ребятишки там кричат мне в ухо прям. В общем, я попросила, чтобы она заранее мне документы все распечатала, потому что человек уезжает в другой город, приезжает сюда пересдавать, ей будет проблематично. Поэтому, конечно, надо, чтобы у меня были документы все на квартиру, и я смогла и принять, и, соответственно, если другие люди у меня поменяются, то вместо нее сдать. И у меня в один день, получается, будут две встречи. Пока я не знаю по времени, во сколько это будет. Еще жду, когда мне моя клиентка отдаст ключи от квартиры. Вот здесь у меня, помните, в продаже находится двухкомнатная квартира без отделки. А мы сейчас с вами подходим как раз к фонтану. Я вам хочу сказать, что когда последний раз я рассказывала вам, с какой квартирой сравнивают нашу двушку сравнивали, получается, с вот с этим домом. Этот дом, как видите, он не огорожен. То есть у него территория, как таковая, детская площадка, она вот эта общая. И сравнивать наш дом немножко неправильно. Тем более здесь метраж комнат совсем другой. Прямо по романтическому бульвару я направляюсь в ЖК «Архитектор», областная, 7. Покажу вам вид из окна 27 этажа и входную часть в парадной. 27 этаж. Это ЖК «Архитектор». Да. Вниз. А что у нас здесь такое интересное? Какие-то вот прям как отстойники воды, да? Угу. Ну, что-то болото, что это?
А здесь вообще лестница одна вот такая с балконом? Или можно на ту сторону? Там все квартиры уже идут? Нет, там одна лестница. Вот тут. Вон кат видно вот отсюда. Вот там. Ой, вообще. А где город, да? А город там. Да. Ну, красиво, красиво. Так, ну я вот хочу показать, что здесь тоже вот есть такие указатели. Квартир. Второй этаж, это выход, получается, у нас как раз-таки на улицу. Первый этаж, это у вас паркинг. Дом тоже строит Реста. Здесь есть и камеры, и колясочные. Ну и здесь паркинг. Территория не закрыта. Сразу хочу сказать, она не огорожена. Ну, при этом двор такой достаточно закрытый. Да, жду с нетерпением новых покупателей. Вот закрытый получается двор. И там есть арка внутри, можно выйти. То есть удобно. Там можно зайти вот здесь и в арку выйти. Одно окно сюда выходит, другое туда. Два туда. Тоже вид очень хороший. Там и парк, кусочек парка попадает. Школа, вон там садик. Ну, Стройтрест, он считается одним из лучших вообще застройщиков. Во-первых, они качественно строят дома, и у них все кирпич. Ой, итак, я попрощалась со своим клиентом. Все обсудили, да, может спокойно теперь ехать. Я помогла ему заказать выписку из Росреестра. Теперь у нас свежий документ на квартиру. И я опять иду с уловом, с такой же рыбкой. В общем, сказал, что поедет в Мурманск, еще чего-нибудь вкусненького привезет. Ну, вообще, очень приятно. Здесь дома, вот как вы видите, они все вот в такой одной идут архитектурном таком ансамбле, потому что это все дома Стройтреста. Вот, и сейчас тоже прошли мимо нашего дома, который я продаю двухкомнатную, поговорили, обсудили. Вот видите, здесь магазин «Лента». Большой, там и продукты, и различные товары для дома. В общем, там чего только нет. Так что работаем. Студия у нас в продаже. Напоминаю, что 21 этаж, видовая квартира, абсолютно новая. Некоторые квартиры, даже которые пишут, что после ремонта, вы должны понимать, что квартира, в которой не жили, это там, где никто не портил ваш паркет, да, никто не портил ваш ламинат. То есть он нигде не вздут. Потому что берешь, снимаешь, допустим, какую-то мебель убираешь, вы должны прекрасно понимать, что остаются следы на полу. Где-то сколы, где-то вмятины. А когда квартира абсолютно новая, то это большой даже плюс. Вы можете поставить кухню так, как вы считаете нужно. Вам не надо заново все снимать. Даже те же стены, когда стоит, например, какой-то шкаф вдоль стены. Стоит человеку этот шкаф подвинуть, передвинуть, и все, можно увидеть черные полосы, после которых надо что, заново красить, либо вообще стены опять все, обои снимать, шпаклевать. В общем, вы знаете, что такое ремонт и что такое новая квартира.
Так что считаю эту квартиру именно поэтому эксклюзивной. Приходите на просмотр. Видеообзор вы можете посмотреть также у меня на канале. Ну а я сейчас созваниваюсь и списываюсь с еще с одним продавцом. Тоже будет продажа студия. Но они друг другу не конкуренты совершенно, потому что квартиры разные. С разными планировками, с разным метражом, с разным видом из окна. И цена, конечно, разная. Поэтому, с одной стороны, я считаю, что это даже неплохо. Я могу предлагать и одним посмотреть одну квартиру, и вторым. Реклама у меня будет двух разных квартир. А покупателей будет, получается, в два раза больше. Вот. Так что в этом, я считаю, большой плюс. Какие вазоны тут стоят красивые. Парк закрыт сейчас у нас. До сих пор продолжаются там ремонтные работы. Ох, погода у нас сегодня прекрасная. Мы сейчас с вами прогуляемся по строителей. На КАДе почему-то вон пробка такая большая в ту сторону. Да, туча такая налетела. Помните, что недавно здесь был праздник и стояла сцена. Сейчас здесь ничего нет, конечно, и все равно еще идет реконструкция парка. Везде стоит такой забор. Вход в парк есть только с той стороны. По-моему, здесь еще был тоже. Но еще здесь очень много предстоит всего. Здесь такая подземная идет как бы канавка. Я не знаю, куда она будет вести. А тут перегородили проход. Здесь был проход. А, может быть, они его сюда сделают? Вот она, канавка эта. Куда она будет, интересно, вести? Туннель. Канавка, говорю. Туннель. Вот он. Вот здесь сделан туннель. И он куда-то вот непонятно куда ведет. Ну, а мы с вами увидимся в новом ролике, посмотрим, что будет дальше с моей работой. Оставайтесь на канале. Если вам интересно, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Здесь поставили ворота и какой-то вот рекламный щит. Сейчас посчитаем с вами схему расположения площадок, проведения праздничных мероприятий. Ну, это было уже. А, вот они показывают. Вот сейчас мы с вами здесь зашли. Вот здесь была сцена. А, вот они еще хотят делать входы. Да. Вот это был основной вход. Надо сейчас мне сфотографировать.
И снова ЖК «Геометрия». В субботу мы с вами направляемся сюда на подписание договора аренды. И вот я в этом доме, я даже вижу эти окна утепленными рамами. Вот с таким видом на горизонт, на даль. Конечно, тут не видно ничего, но с 18 этажа, конечно, это было супер, супер вид из окна. Да, я рассказывала про то, что смотрела квартиру здесь с шикарнейшим ремонтом. Я посмотрела, конечно, какие сейчас студии продаются в Кудрово по самой дорогой цене, что они себе вообще представляют, какого они метража, качество, ремонт и так далее. Понятно, что здесь плюсы — это рядом парк, отделение полиции, вид из окна на горизонт, да, у вас не будет уже окна в окна, есть паркинг. Все это в совокупности хорошо и прекрасно, но есть определенные параметры, по которым все-таки покупают квартиры именно в Кудрово. Поэтому сложно сказать, купят ли у вас за 6 миллионов студию ЖК «Геометрия». Даже если вы вложили в ремонт 2,5 миллиона, нужно найти человека, который это оценит, которому подойдет этот дизайн. В общем, как долго будет продаваться эта квартира, сложно сказать. Поэтому пока даже я не хочу вдаваться в подробности и думать. Но вариант неплохой. Очень даже неплохой. Все равно на каждую квартиру должна быть адекватная стоимость. Но это мысли вслух. Я только сейчас заметила, что здесь навели порядок и закрасили стены. Это, видимо, перед праздником, потому что я не обращала внимания, я здесь не ходила. Здесь же все были стены изрисованы. Ну, вы видите, да? Закрашено, конечно, так себе, но при этом закрашено. Все это, конечно, тяп-ляп и просвечивает. Интересно. Да, конечно, перед праздником тут навели порядок. Здесь и вдоль стен была куча мусора. Вот это вот тоже могли бы сделать, конечно. Мучаются люди здесь. Это такой выезд, понятно, что не рабочий, но при этом здесь люди ходят же, тротуар. Вон, с колясками все выпадывает. А тут не успели закрасить, либо новую обновили. При этом у нас сейчас отремонтировано проспект Строителей, отремонтировано Европейский проспект, Венская. Дороги делают на Пражской. Сейчас ремонт идет. Вот как раз мы выходим с вами на улицу Пражскую. Просто весь асфальт вскрывали, снимали и кладут новый асфальт. Ждем, когда сделают светофоры на перекрестке. Вот видно, видите, стоят такие. Вот эти везде сделаны. Еще разметку тут не сделали. Пешеход не нарисовали.
Вот новый асфальтик. Спецтехника. Ну все, работаем дальше.